Вечером 22 октября в Центральный отдел полиции города Караганды обратилась 69-летняя пенсионерка. Она сообщила, что около часа назад ей позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником полиции, сказал, что ее сын задержан за хранение наркотиков и для его освобождения нужны деньги. Однако цель мужчины была лишь завладеть деньгами пожилой женщины. Лжеполицейский обманным путем завладел деньгами в сумме 60 тысяч тенге, 200 долларов США и 50 евро. По горячим следам сотрудниками отделения криминальной полиции задержан 27-летний житель Караганды, не работающий, судимый ранее за грабеж и разбой. Вещественные доказательства изъяты. Задержан и водворен в изолятор временного содержания. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества, любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».